Всем привет! Сегодня я буду готовить самсу из готового слоеного дрожжевого теста. Приготовим начинку. Куриные бедра мелко нарезаем. Добавляем мелко нарезанный лук. Зеленый лук можно заменить петрушкой. В начинку добавляю соль по вкусу, зира, кориандр, черный молотый перец. Все хорошенько перемешиваю и оставляю на 3-4 часа в холодильнике. Тесто я использую дрожжевое, слоеное, уже готовое. Тесто делю на ровные части. Раскатываю. Выкладываю начинку и заворачиваю самсу. Хорошенько закрываю швы и выкладываю на противень швом вниз. Самсу смазываем сверху желтком, присыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 180 градусов на 25 минут. Самса получилась очень вкусная. Спасибо за просмотр!